Одну секунду, Кируся. Слышите этот звук? Как в долине змей. Это приближается середина лета. И это шум цикад. А их тут полно. Вот они. Прям. Их прям толпы. Причем под каждым деревом тут. И живых, и мертвых. И летающих. Под тем деревом там их вообще вон гроздями. Вот они тут крутятся. Их дофига. Их летает, шумит. Сейчас какой-то период. Они же там раз в 12 лет. Определенные виды цикад. И сейчас вот какой-то там нашумевший красноглазые цикады. Ладно. Да, Кируська. Ты хочешь выйти? Да, выходи. Но на самом деле мы приехали, это Принстон, это здесь офис нашего педиатра. И мы приехали за документами для Киры. Там коробочка лежала, лежит. И в этой коробочке пикап, parents pickup. Вот. И в этой коробочке ложат документы для родителей, если не нужно личное присутствие. Вот там лежат вон. Вот, я забрал для Киры. Мы готовимся к садику, и нам нужны выписки по прививкам. Да, наверное, и все. Называется Health Records, что-то такое. Вот, и это первый этап, который нам нужен будет для регистрации Киры в садике. Это все цикады, малышка, их тут куча. И личинки цикад, и живые, и мертвые. Куча цикад, просто это все цикады. Ну, потому что мы не одни в этом мире живем. И человеки, и бабочки, и цветочки, и жуки, и пауки. Все мы существуем вместе. Папа, что такое ордуть? Ордуть? Да. Ордуть. Внимание, вопрос. Пишите в комментариях ваши версии, что такое ордуть. Она ядовитая. Нет, цикады вообще безвредные и не ядовитые, малышка. А почему тогда ты же сказала, что... А почему она тогда, когда ты увидела такую цикаду с красными глазами, она сказала... И я сказала, почему она ядовитая у Тессы? И я сказала, почему у нее красные глаза? Она сказала, потому что она ядовитая. Нет, это просто такой вид цикад. Они бывают с красными глазами и с черными... Наверное, даже с синими бывают, я не удивлюсь. А вон еще их, а вон там под деревом, видишь, вот насыпаны. Это тоже все. Очень много тут живых. И живых, и неживых, да. Вон они тут. О, вот она еще. Да, их полно, котик. И подавленных машинами, и судьбой подавленных. Ну, треск стоит такой неимоверный. Поехали, Кирусь.